Борцы классического стиля городов России, Казахстана и Израиля стали участниками 52-го мемориала заслуженного тренера России Юрия Сапожникова. За более чем 50-летнюю историю на турнире в Омске побывало свыше 10 тысяч спортсменов. Такими показателями не каждые соревнования смогут похвастаться. Наверное, самый важный турнир в греко-римской борьбе, потому что он имеет огромные большие традиции. Это турнир памяти Юрия Яковлевича Сапожникова. Это тренер, который создал борьбу в Омской области. От него пошли все результаты, по большому счету, и Громыко. Тренер рядом был, который поднимали они вместе борьбу. И те же все результаты чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, это все, конечно, заложено было Юрию Яковлевичу Сапожникову. Поэтому этот турнир весьма важен. Участники турнира – спортсмены старше 18 лет. Бороться в Омске почетно и престижно. Здесь можно выполнить норматив мастера спорта, встретиться с именитыми соперниками, получить бесценную соревновательную практику. Полностью в этом уверены представители борцовской династии Сапожниковых. Племянник Юрия Яковлевича Алексей тренирует в Израиле. Привез на турнир свою команду и точно знает, стоит преодолевать такие расстояния, чтобы дать возможность ребятам побороться в Омске. Престижно приезжать в Россию, престижно выступать, против, бороться с российскими борцами, престижно выступать на таком турнире. И для нас это дело чести приехать здесь отбороться. Два периода по 3 минуты. Броски, удержания, приемы. Греко-римскую борьбу во всей ее красе зрители полюбили еще больше после недавнего изменения правил. И полюбили, надо сказать, не только зрители. Борьба стала намного зрелищнее. Стали уже как бы борцы решают, кто сильнее, кто. Раньше правила диктовали, а сегодня уже сами борцы решают, кто на сегодняшний день лидер. Динамичная борьба стала, техничная борьба стала, темповая борьба стала. Борьбу вернули. 2 дня на омских коврах более 100 спортсменов выясняли, кто сильнее. Хозяева соревнований выступили достойно. Сборная Омской области завоевала 13 медалей различного достоинства. Впереди у ведущих спортсменов-борцов чемпионат России, который пройдет в июне в подмосковном Раменском.